Историческое наследие Брестской крепости, люди и судьбы. Март 1918 года на изломе истории. И реликвии музейных коллекций мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Три издания, презентованные для научного сообщества нашего города, станут хорошим подспорьем для историков и тех, кто серьезно увлекается изучением событий, происходивших на земле Брещины. Подготовленный читатель имеет возможность оценить проделанную и систематизированную сотрудниками музея работу, познакомиться с представленными на первые за два года презентации сборниками, посвященными важным вехом истории нашего города. Для нас, наверное, это определенное событие. Мы в течение, будем говорить, последних двух лет не занимались презентацией каких-то наших сборников, связанных с проведенными нашими конференциями в мемориальном комплексе. Историческое наследие Брестской крепости «Люди и судьбы» – сборник статей, построенных на воспоминаниях очевидцев, свидетелей ключевых событий июня 1941 года. Материалы научно-практической конференции, исследователи, преподаватели музейных, библиотечных и архивных работников, посвященные столетию подписания Брестского мира, собраны в сборнике «Март 1918 года на изломе истории». Он адресован ученым, преподавателям высших и средних учебных заведений, студентам, музейным и библиотечным работникам, краеведам, всем, кто интересуется историей Первой мировой войны. Мы впервые, к сожалению, раньше, я говорю абсолютно достоверно и верно, что мы раньше, к сожалению, не занимались изданием каталога из наших коллекций. И вот начата первая, будем так сказать, книга, первый альбом, который посвящен реликвиям музейных коллекций Брестской крепости, на наш взгляд, тоже должен быть знаковым событием в исследовательской работе. Каталоги реликвий музейных коллекций мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» представлены 130 наиболее знаковых предметов, хранящихся в фондах. Он стал символическим итогом работы, проводимой в течение 60 лет сотрудниками Музея обороны.